душу и кровь не заменит ничто. Древний город с богатыми традициями и большими планами на будущее. Гороховцы 850 лет со дня основания отметили большой праздничной программой. Указ о праздновании юбилея 4 года назад подписал президент. И с тех пор в городе многое преобразилось. Как подчеркнул губернатор, для этого вместе работали федеральные, региональные и муниципальные власти. Храмы – это федеральная программа развития храмов России. И, естественно, добавляем мы деньги софинансирования. Дальше музеи. Конечно, музеи мы в основном сделали за наши деньги, областные деньги, более 100 миллионов. Только музей краеведческий, музей Сапожникова почти что под 50 миллионов. И часть денег, конечно, это были федеральные. Кроме того, Гороховец вошел в пятерку городов России, получивших статус исторических поселений федерального значения. В рамках проекта город получит 2,5 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры и реконструкцию памятников истории. Там будет не только объекты реставрации, там будут и приведение в порядок и парка культуры, и фонтаны. Там очень-очень-очень много всего разного для того, чтобы привлечь туристов еще больше сюда, чтобы город продолжал жить, чтобы набирал обороты, чтобы здесь была туристическая мека. Фактически современный Гороховец – это музей под открытым небом. В нем находится 108 объектов культурного наследия – монастыри, храмы, уникальные купеческие дома. Особую атмосферу древнего города отметил и спикер ЗАГС Собрания области. Город Гороховец сегодня, наверное, это один большой памятник архитектуры и искусства. 850 лет этому замечательному городу исполнилось. Конечно, мне хочется сказать большое спасибо всем, кто готовил вот этот праздник, кто занимается сохранением исторического облика города Гороховца. В первую очередь, это, конечно, жители. Юбилей древнего Гороховца отмечали несколько дней. Для многочисленных туристов и жителей города подготовили яркую программу с концертами, выставками и традиционными народными забавами. День необыкновенный. Сам город необыкновенный. Он и под покровом Пресвятой Богородицы. Это же уникальное такое название. И окутан легендами. И если знать, какие здесь люди проживают, и очень талантливые. Если здесь посмотреть, сколько художников, танцоров, музыкантов. Кстати, в юбилее у Гороховца появился и город-побратим. Соглашение о сотрудничестве было подписано с городом Цинъян Китайской Народной Республики. Маргарита Махрова, 6 канал.